короче, она мне говорит, типа, с какого момента тебе нужно... Знаешь, я ничего не пишу, она мне сама пишет. С какого момента тебе нужны уроки? Скажем, я говорю, с того, что ты, типа, мне тогда еще делала. Мне, чтобы вы понимали, я уроки не делала с Нового года. Малая, дай инсту. Сам ты малой. Я взрослый. Инстаграм такой же, как ТикТок, только в конце 09. Так хорошо живешь за лицом. Особого хода нет. Все, я уже сейчас буду уходить, потому что я заебалась что-то сидеть. Мне хочется поваляться, полежать. А, ну короче, она охуела, сколько ей придется писать, нужно прикиньте, с Нового года. Скажи название песни. А я уже не помню, какая была. Ну, прикиньте, сколько девочке придется мне уроков писать. И за сколько? Не знаю. Недорого. Хотя я точно знаю, что недорого. А, я ее вчера купила. Охуенно, кстати. Курилки, блядь, заканчиваются через день, я уже не могу их покупать по 400 гривен. Это ужас какой-то. Ну, все новые. Нет, старые. Ну, четвертая серия. Я 5-го года. Уже 2005 год рывается чисто. Знаете, как в ТикТоке, типа, попадала? Ну что, типа, 2005 год, типа, наша теперь очередь на тачках. Наша очередь. Конечно, наша. Песня.